московский. Зато одесский милашка теперь. Знаешь, вот Серпион. Вот так. Ну смотри, это большое доказательство. Уважаемые пассажиры, так, слава Богу, на рейсе 2 авиакомпания «Аэрофлот» заключила регистрацию пассажиров рейса 1759 Москва, Шереметьево. Синода, город, дорог сердцу каждого русского человека, безусловно, и много духовных связей есть между Древнеберестанской землей и этим относительным городом, но, тем не менее, очень дорогим, как я уже сказал, это имя Александра Невского, великого полководца, государственного деятеля, тонкого дипломата, который задал вектор развития не только внешнеполитических отношений нашей страны, но и отношений внутри государства. В то же время здесь, на Волгоградщине, во время Сталинградской битвы тоже выстраивался вектор дальнейшего развития не только Советского Союза, нашей Родины, но и вообще и общемировой политической карты. Поэтому в первую очередь мне хотелось познакомиться ближе не только с историей этого древнего города, но и с теми достопримечательностями, какими-то проблемами, которые есть всегда и везде, выстроить отношения с духовенством, познакомиться с православным людом. Наслышан, что есть люди очень добрые, отзывчивые, светлые. Надеюсь, что наша совместная работа принесет нам совместное удовольствие и радость, потому что мы будем трудиться не для себя, а для Господа, для развития и укрепления нашей Русской Православной Матери Церкви. Спасибо большое. Вы тогда скажите.